Ребята, привет! Наконец-то пришел мой рюкзак, сумка для камеры, на которой я снимаю Canon M50. Ну, да не важно, для какой камеры. Это рюкзак компактный, маленький, для как раз-таки транспортировки этих камер. Это очень нужная штука, удобная. У меня была маленькая сумочка, ну, когда я купил объектив Sigma, он большой, в мою маленькую сумочку, крохотную, уже не влазит. На ту сумку я делал обзор. Теперь сделаю на эту. Можно носить транспорт. Я еще не знаю. Я знаю, как он выглядит, но я не знаю, что внутри. Давайте вместе распечатаем, посмотрим, оценим. И уже о сумме это, обо всем этом в конце. Рюкзак мне вышел на 850 аж рублей. Так, давайте сначала внешнюю. 850 рублей. Еще кэшбэк вернется. То есть можно сказать, что копейки. Блин, целлофан этот. Вот. Такие есть в двух цветах. Серый, темно-серый и синева. Такой синеватый. Тут у нас просто целлофан. Made in China. Опа. Вот такая вот компактная сумка. Может быть, на видео будет казаться большой. Нет, он совершенно небольшой. Есть как бы разница в размере. Она существенна. Это совсем маленькая. Но знаете, какая хорошая, аккуратная сумка. Сейчас, наверное, в ней, скорее всего, будут транспортировать микрофоны. Для них тоже нужен какой-то чехол. Если вы видели, вы видели на Saramonic обзор, который я заказывал по классной цене, то для них не в чем транспортировать, потому что там обычная картонная коробка, которая большого размера, она не подходит. Вот, в общем, это маленькая сумочка. А камера теперь в нее не влазит. Сшито все хорошо. Ни одной нитки я на нем не вижу. Можете посмотреть его поближе. Такой есть, что я сказал, в синем? Каком синем? Сером и черном цвете они есть. Почему я так сказал? А проще вообще проверить. Знаете, я думал, его надо будет отпаривать, его надо будет как-то... Ну, я думал, знаете, как из одного места придет этот рюкзак. Но нет. Все очень-очень неплохо. Материал, конечно, такой, шуршавый. Производитель говорит, что защита от влаги какая-никакая есть, но не советую держать это все дело. Здесь у нас есть маленький карман, не для ваших каких-то дел. Так, рюкзак. Здесь есть две собачки, то есть... Ух ты, ух ты. Да, и тут мы видим, что... Рюкзак конкретно под вашу камеру или что вы будете в нем транспортировать, потому что здесь есть наборные мягкие борты и везде есть липучка. То есть можно конфигурацию под вашу... Опа, вот таким образом. Конфигурацию под вашу камеру внутри рюкзака выстроить, как вам будет удобно. Липучка снизу и сверху приклеиваете и выстраиваете, как вам удобно. То есть в любом... Хотите камеру, потом объективчики, все это дело раскладываете. Кайф. Так, отбортовочки длинные, отбортовочки короткие. Это с изгибом. Вот так вот все это дело у нас выглядит. И точно такая же вторая. Потом я поколдую, посмотрю, как что. А, так бесяче бьет собачкой об стол. Так, что у нас, какие есть еще отверстия, отсеки и что? Либо, кстати, может быть, все влезет, и микрофон, и камера в этот рюкзак. Так, задник мягкий. Здесь есть дополнительный поролон. Спереди... Дополнительный поролон тоже присутствует. Ну, то есть защита какая-никакая есть. Ну, как никакая? Какая есть защита в виде плотного поролона. Плотный поролон именно не мягкий, а как спиленный полиэтилен. Или что это такое? Полиуретан какой-нибудь? Нет, вряд ли полиуретан. Ну, возможно, и он. Так, что показать? Здесь есть сеточка еще внутри, то есть тоже на молнии можно убирать какие-то кисточки, допустим, для обслуживания камеры и защиты, эндофильтр.
и все такое. Сбоку есть два сеточных кармашика, никак они не фиксируются. Сетка такая себе. Но 850 рублей. Ну что, друзья, вот такой вот рюкзак у нас пришел. Транспортировать кайфово. Выглядит это примерно вот так. Он небольшой, можно на одном плече, можно на два плеча. Регулируется. Лямки регулируются. Не знаю, кстати, вот сшито хорошо, но не знаю, насколько крепко. Есть ручка, кстати, для транспортировки, и это немаловажно, потому что чаще всего я просто хватаю из багажника и несу в руках. Не на плечо, никуда не накидываю, а просто несу в руках. И это достаточно удобно. Класс, что не надо ничего отпаривать, не надо ничего гладить. Это круто. В принципе, он плотный, защищает. Все. Это его прямая функция. 850 рублей, вряд ли вы где-то найдете дешевле. Это самая вкусная цена, которую я нашел вот на рюкзаки такого типа. Они одни из самых бюджетных, так скажем. Посмотрим в будущем, попользуемся, как это вообще, насколько это надежно. Хотя, я думаю, надежно, но не сдавать в багаж, если вы куда-то летите, а как ручная кладь, хотя кто камеры сдает? Вряд ли кто-то камеры сдает в багаж. Это еще не конец. Я что-то упустил. Какую-то зацепку, мотив. И этот мотив... По кэшбэку вернется. 850 рублей и еще кэшбэк вернется. Всегда на кэшбэк, через которым пользуюсь, оставляю ссылку. Копейка копеечки, знаете, так и копится по чуть-чуть. Все. Все ссылки, ну, если есть вопросы, не знаю, какие могут быть вопросы по рюкзаку, но если уж есть или хотите пообщаться, пишите в комментариях, обсудим. То, что знаю, я всегда подскажу, помогу. У нас тут самые вкусные цены, я обычно этим делюсь, которые нахожу. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Всех обнял, поднял. Пока.